Добро пожаловать на канал Киприада Эстейтс. В нашем сегодняшнем ролике мы покажем вам бутик-отель София, который расположен в центре Гирны. А если быть точнее, то в историческом центре Кирении, на улице Атила, всего в 2 минутах ходьбы от старинного порта, одной из самых известных достопримечательностей Северного Кипра. Это просто идеальное расположение, так как место само тихое, но находится рядом с центральными туристическими улицами, магазинами, кафе и ресторанами. Само здание было отреставрировано всего несколько лет назад и превращено в отель. Старое здание полностью сохранилось, а древние стены хранят память о многих поколениях путешественников, а современные интерьеры основаны на легенде о птице счастья, которая когда-то свела гнездо под сводами старинного постоялого двора раннего средневековья, который находился в этом месте. А отделка отеля выполнена всемирно известным мастером малых архитектурных форм с использованием экологически чистых материалов. Мебель ручной работы была изготовлена местными мастерами из кипрского дерева, согласно древним канонам. А столетние двери, которые ведут в номера, были отремонтированы и выглядят так, как они выглядели во времена английского господства. Во дворе есть большой бассейн, он открыт круглосуточно, а вокруг бассейна достаточно места для 5-6 столиков или вечеринки на 20-25 человек. Здесь вы сможете выпить турецкий кофе, послушать вечером живую музыку, провести праздничное мероприятие, например, день рождения или корпоратив, а персонал отеля поможет вам выполнить все ваши желания. Вы можете выбрать 3 типа номеров – стандарт, люкс и делюкс. Но все номера оснащены холодильником, электрическим чайником и телевизором со спутниковыми каналами. Дополнительно в каждом номере есть бесплатный Wi-Fi. А разница между типами номеров заключается в размерах кровати и комнаты. При выборе стандартного номера стоимость за сутки составит 55 евро. Это цена на двоих и уже включая завтрак. А площадь комнаты составит около 16 квадратных метров. Если мы берем комнату люкс, то это около 65 евро в сутки, опять же на двоих, включая завтрак. А вот номер делюкс площадью 21 квадратный метр будет стоить 80 евро за ночь. Регистрация заезда начинается с 14:00, но если номер будет готов к вашему приезду раньше, то вы сможете и зарегистрироваться ранее. Но в любом случае вы сможете оставить свой багаж в отеле до тех пор, пока номер не освободится. Согласно стандартным правилам отеля, выезд из номера происходит в 12 дня. Но если вам нужен более поздний выезд, то вы можете связаться с сотрудниками отеля, и они сделают все возможное, чтобы удовлетворить ваш запрос. А завтрак подается ежедневно с 8 утра до 11 утра. Непосредственно в ресторане отеля, который расположен на первом этаже. Но если вы любите вставать еще раньше, то вы можете заранее заказать себе ранний завтрак. Вообще все номера рассчитаны на 2 человек, но по отдельному запросу вам могут установить дополнительную кровать в номер, тем самым смогут разместиться 3 человека. Все номера оформлены в разной цветовой гамме. И на сайте отеля, который мы оставим вам в описании к данному видео, вы сможете забронировать именно тот, который вам понравился по фото. Ну и, конечно, дополнительные бонусы, бесплатная парковка, бар с закусками, работающий круглые сутки, возможность заказать такси и аренду автомобилей и персонал, разговаривающий по-русски, английски и турецки. В общем, все для вашего удобства и в центре Гирны. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!